Хатка на куриных ножках. Коли до одного тваром, то до іншого відомо чим. Трапный вобраз белорусской вонковой политики апошних годов. Несподевано, однако официйный Минск нават таким способом досягнул немалых выников. Коли туды-сюды вертеться достаткова худко, то твар сливается с потылицей и отрымовывается славутая белорусская дипломатичная и вашим и нашим. Апошними годами улады поспевали поляпшать односины с евразвязом и одночасово поглыблять интеграционные процессы с Россией. Ранее мы не могли претендовать на гульню геополитичную. Были два такие геополитичные центры, ну три евразвяз, Китай и Влучшенные Штаты. Остальные страны выполняли роль союзников. А зараз Беларусь может отыгрывать роль и показывая, что отыгрывает. Вот это относно самостоятельная наша политика у дочинении до войны России, и она позволяет нам отыгрывать значно большую роль и до нас значно больше уваги. И коли б дипломатия вызначала все, то можно было бы повиншовать Александра Лукашенко с тем, что он усих перегулял. Але есть экономика. И тут хвалиться особливо не мачим. 2020-й белорусы сустрели без домовы с Россией по нафте и с короткотерминовым газовым контрактом. Отношения с Россией у нас стабильно тесные, и у нас мало просторы, куда бы можно было, так бы мовить, сбегчить и как там полновартостно ребалансировать свою внешнюю политику. Коли говорка идет про выполнение социального контракта усім по 500, то у выборный год Александр Лукашенко готовы на любые отчаянные кроки. Чего только варты загад у опошние передновогодние годины терминово наладить поставки нафты чыгункой праз Литву. Будут все лето и перамовы по полночным трубопроводе «Дружба», який сполучая латвийский порт у Венспилсе с новополоцким «Нафтаном». Не выпадково, один и докладно запланованный на 2020 год визит Александра Лукашенко у Евразвяз отбудется миновито у Рыгу. Никто не зарабил больше для поляпшения белорусско-европейских дочинений, чем Кремль, и у 2020-м этот тренд заховается. Он мог бы все житьё гулять вот у эту риторику братерскую и за это отримливать дотации, которые позволяли не робить великих пирамидов в Украине. Войны, которые распочала Россия в Грузии, в Украине, аннексии территорий, привели до того, что Лукашенко зрозумел, что без другого крыла сапраўды будучи нема. А другое крыло – это супраца с Заходом. Але и тут есть пэўны нюанс. Евразвяз – это 28 краинов со своими интересами, а самое главное – правом вето на агульное решение. У ситуации, коли с дня на день запрацуе первый реактор белорусской атомной электростанции, домовляться с Литвой будет усё тяжей. А менавіта Вильня тягом 2019-го блоковала ключевые домовы помеж Брюсселем и Минском. Измениться должна сама позиция Беларуси, что это атомная электростанция, это дело Беларуси, никакой ни другой страны, ни Литвы, ни Евросоюза. Если эта позиция изменится и Беларусь станет сотрудничать хотя бы в тех областях, особенно безопасности этой станции, тогда может и возможно какое-то изменение. Тут Минску есть над чем працовать. Грубый шантаж. Не признаете АЭС, переведем грузопоток с Литвы на Латвию, яким Александр Лукашенко пужая Вильню, тут не подейничая. Есть, конечно, предприниматели, которых я называю белорусскими лоббистами, которые вот так и ставят вопрос, что Беларусь может там променять Литву в плане транзита на Латвию, и что-то там случится. Но вся история показывает, что господин Лукашенко, он очень прагматичен. И если наши условия, которые Литва предлагает Беларуси в плане транзита, они будут лучше, чем латвийские условия, тогда ничего не изменится и не может измениться, просто потому что господин Лукашенко всегда выберет вариант, который дешевле. Пытание нормализации отношений с Литвой – это самый великий выклик для Беларуси на 2020 год на заходнем накерунку. Можно спробовать домовляться с краинами Евразвязу по особку, але нашмат худшей и таней будет домовиться с Литвой, бо в окно махчимостя с Европой не бесконцая по часе. Миграция, Брексит, великие проблемы, чекается экономичный кризис на Заходе, и все это перешкоджая тому, как увага до Беларуси заховывалась на ранейшем узровне. И у этой ситуации нам вельми важно показать Заходу, что политика, якая была распочата на черговом диалогу, что эта политика приносит поспехи. Ну, например, самая
просто. Это было показать, что мы рухаемся до стандартов европейских. Это отменить смертное покарание. На такой крок Минск покуль не идет. На этом фоне корыстнее выглядает прогресс, який Беларусь будет делать у отношениях с США. Але только тому, что там мы начинаем амаль с белого листа. Навод такие кроки, как обмен амбассадорами, будет добро глядеться на фоне попереднего застою. А отмененный визит держсекретаря Майка Помпео у Минск все ж отбудется.